По поводу этого так называемого тренда, по поводу победы во Франции националистов, по поводу на Украине этих фашистов, я скажу такую вещь. Это все породил, по большому счету, вот этот вот Евросоюз, вот это вот стремление, когда все кругом похожее, все кругом ничье. Понимаете? К национализму, конечно, я отношусь отрицательно. Конечно, отношусь к любому проявлению фашизма, в любом его проявлении я отношусь отрицательно. Понимаете? Ни одна нация в мире, нас всех Бог создал одинаковыми. И ни одна нация в мире не имеет права говорить, что она лучше другой. Просто не имеет права. Мы можем гордиться, ну, на примере актеров. Кому принадлежит замечательный, потрясающий Фрунзик Картычан? Актер, «Кавказская пленница», ну, много фильмов, много перечислять просто, «Айболит 66», всем. Какой национальности? Мировой. Хотя он армянин. Кому принадлежит, ну, не знаю, Василий Семенович Лановой? Какой национальности? Принадлежит всем. Какой национальности? Он украинец. Я уважаю его. Кому принадлежит, ну, не знаю, ну, кого угодно из деятелей культуры возьми. У нас нет такого идиотизма, понимаете? Мы не делим людей, мы не националисты. У нас это в крови даже нет, понимаете? Я с удовольствием буду работать и с грузинским режиссером, и с узбекским оператором, там, не знаю, и с американским художником. Еще раз говорю, по поводу этого, не знаю насчет тренда, это все, мне кажется, это вот все порождает вот эту вот безликость. И люди пытаются самоидентифицировать себя, вот эта вот безликость порождает вот это вот все.